Всем добрый вечер, хороший настроение, позитивчик, мирного неба над головой. Вот решили чечевичный супчик покушать на вечер. С каймаком, 150 рублей на базаре. Каймак прикупили. О. Сейчас сначала так. Вкусненькие. Ну, что значит домашняя? Слушайте, даже не волнуйся. Не сладенько. Так-то. Чпок. И черный хлеб с колбаской. Это всем аппетитом. Письмецо. Лаврушка. Так, как это вкусно. Жена же готовила. Что поставить? 9 из 10 поставить. На вид больше на щи похоже. Вот уж тут перчик с помидором, с морковкой. Пережарился. Будьте все здоровы.